Я там сидел, ну что там делать? Вот сейчас слово. Вот четыре стенки, окно с решеткой, да? И тебе все приносят туда и обед, и ужин. Он не показал виду. Потом ему было трудно. Вот когда уже вечером, когда мы уже приехали. Чтобы они понимали, что я чувствую в этот момент. Что во мне происходит даже. Коля стоял, просто обливался слезами. Начали мне высказывать там, что вот, не пойдет песня, говно, все это. Я говорю, вы знаете что? Идите вы. Может быть, он даже сам не властен был над своим вот поведением, понимаете? Серьезные опасения вызывает вот эта слава, которая иногда поддерживается бездумно взрослыми. Я хочу стать как бы узнаваемым, что ли. Потому что вот, чтобы меня, наверное, зрители любили, публика. Смотрите очередной выпуск программы «Обернитесь» 13 декабря в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».